Доброе время суток. С вами Виталий Дулин. Недолго же радовались наши первоцветы. Целые недели тепла, 15-17 градусов. Снова идет снег. И все наши цветочки снова закрыли свои. Доброе время суток, с вами Виктор Дулин. 4 апреля 2024 года. И сегодня второй день. Мороз -1. Снег, как видим, местами лежит. Ну и посмотрим, как себя чувствует наша червячишки в такую погоду. Вот поднимаем первое ведро и смотрим. Куча здесь червячков всех видов. Отличаются они по цвету. Вот такие и красные, и белые. И здесь вот кушать нечего, их и нет. А там, где есть что кушать, там они и обитают. Ну и таких мест, где им есть что покушать, пока только вот под этими крытиями. Вот можем все тут замерзшее поднимаем. Доброе время суток, с вами Виктор Дулин. 29 марта 2024 года, время 9 часов. Я приехал сегодня на дачу в 8 и привез, вот видим, картошку. Два рюкзака. И теперь высыпаем ее, чтобы удобно было. Раскладывать. Вот так вот. После чего можно уже непосредственно, как я это делал вчера, раскладывать по две картошки в каждую ячейку вот этих сот для рассады.
и после этого засыпать биогумусом. Шло ровно 5 минут. Как видим, все ячейки из 600-сотовых вот этих коробок заполнены картошкой по 2, по 3 штучки, здесь мелкие, и можно насыпать компост и разравнивать его здесь. Вот с такой скоростью осуществляется посадка картошки, сидя причем. Время 10:30, и я завершаю посадку картошки вот в эти секции с многочисленными ячейками. Как видим, где-то даже по 5-6 картошек, если эти секции побольше, идет. И, соответственно, вот так это все выглядит окончательно. Теперь только осталось все засыпать биогумусом. Время без 10:11, и порядка 1500 картофелин вот таким образом высажены в ячейки вот этих многочисленных секций. И теперь только осталось все это дело засыпать биогумусом. Время 11:00, и на этом посадка примерно 1500 картофелин завершена. На площади 2 метра на 5, 10 квадратных метров. 31 марта 2024 года. Доброе время суток. С вами Виктор Дулин. Вот у меня еще осталось 4 банки посадочного материала картофеля. И поскольку секции закончились, теперь пошли уже отдельные баночки, куда я также укладываю, куда по 2, куда по 1 картофелины, и засыпаю биогумусом. Время 2:00, и, как видим, на этот момент вся юго-западная часть теплицы заставлена вот такими секционными или секциями с ячейками разного количества, ящиками, зажками всевозможных форм и размеров, и освобождено 10 банок. Осталась вот еще одна тут, и 12-я вот здесь готова. Усаживаемся и начинаем фасовать биогумус вот в эти ячейки и потом раскладывать картошки. Невзирая на снег и холод, в теплице уже посажено около 2000
картошек. Вот как в такие секции с ячейками, так и в отдельные горшочки. И я вовсю веду уже третий день. Сегодня будет утепление. Вот верх уже весь закрыл новой пленкой. Теперь перед тоже теплица закрыт. Теперь осталось закрыть, снять вторую пленку и закрыть западную сторону и частично восточную, которая еще не закрыта. Но здесь старая пленка еще послужит. Ну что ж, приступаем. Ну вот, все 14 банок освобожденных здесь видны. И хоть в Эстонии, как во всей Европе, перешли на летнее время, но биологические часы ранее работают четко и требуют обеда. Попил чайку с малиной, думал, расхочется обедать, но нет, аппетит только усилился. Поэтому наливаем супчик. Суп-пюре тыквенный.